А директор департамента образования при этом жалуется на нехватку средств. 7,5 миллиардов рублей нужно Омску, чтобы построить необходимое количество детских садов. Состояние системы дошкольного образования стало главной темой встречи чиновников и активистов Общероссийского народного фронта. По результатам проверки ОНФ многие детсады нуждаются в экстренном ремонте. На кухнях чаще всего установлено устаревшее оборудование настолько, что повара даже не могут приготовить блюда, рекомендованные детям. Только один из примеров. Печеночные котлеты и источник железа и меди получают только воспитанники недавно открытых детских садов.